Готов сейчас играть все 90 минут? Все 90, не могу сказать. Вроде был готов, но вот мышцы мои говорят об обратном. А контроль мяча – это то, что отличает именно тебя как игрока? Ну, со стороны так кажется. Это все следствие Спартаковской академии или дальнейшей уже профессиональной карьеры? Да как-то с детства, наверное. Прям я мамой говорила, когда я только родился, там, с 2-3 лет, я сразу с мячом. Мне игрушки никакие не нужны были, кроме мяча. В детстве и во дворе это, я думаю, все нарабатывается. Много играли в футбол, постоянно были зарубы. И мне кажется, это идет со дворов, с малого возраста. На прошлом, насколько помню, домашнем матче присутствовала твоя девушка, которая очень активно болела за тебя. А ты все голы посвящаешь ей? Вообще стараюсь, да, но пока их не так много. Но и в дальнейшем буду посвящать и ей, и родителям.